Весенняя перезагрузка – это возможность для мам не только весело провести время и немного отдохнуть от домашних забот. Это время перемен, смена имиджа, новые знакомства и яркие впечатления. Весенняя перезагрузка – это большой праздник, на котором мы приглашаем всех, чтобы зарядиться энергией, позитивом на всю весну, которая вот у нас уже пришла к нам в город. На праздник пришли целыми семьями. Организаторы предусмотрели пространство для мам и для малышей. Пока дети мастерили разные поделки, мамы могли немного отдохнуть, послушать концерт, принять участие в фотосессии, найти единомышленников и узнать о новых направлениях саморазвития. Весна – это пора обновлений, новых надежд, щебетания птиц, весеннего ласкового солнца. Поэтому мы решили сделать фестиваль, именно назвать его «Весенняя перезагрузка», чтобы это был как определенный этап для перехода на весеннее настроение и только на яркие позитивные моменты. Это первый большой праздник для многодетных мам. Интерактивные зоны, образовательное пространство. Все для того, чтобы этой весной жизнь мамочек Одинцовского района изменилась кардинально. Для любого района большое счастье иметь вот такие активные, яркие общественные организации, как наша «Мамина помощь» и «Общественная палата». Я думаю, для мамочек, которые пришли со своими детишками, мужьями, бабушками, дедушками на такой замечательный праздник, это счастье, это удача, это большой-большой позитивный момент в их жизни. Это первая ласточка. Организаторы планируют проводить подобные фестивали регулярно. Весенняя перезагрузка – отличная возможность для мам отвлечься от ежедневной суеты и уделить время себе. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».